Привет, дорогой подписчик, и в этом коротком видео я хочу вам рассказать о том, что сколько же можно заработать на бирже фриланса Quark. Я сейчас зашел в свой личный кабинет, и мы видим, что у меня на счету 2000 рублей. Вот давайте посмотрим, когда они были зачислены. Вот мы видим, 6 декабря 400 рублей, 6 декабря еще 1200 рублей, и мы видим 4 декабря, было зачислено 400 рублей. Так, а теперь смотрите, за какой период мне пришли эти заказы. Мы возвращаемся в управление заказами и смотрим. У меня в работе еще один заказ на 400 рублей, который был оформлен 6 декабря, то есть сегодня в 12 часов дня. Я завтра его сдам. Плюс у меня два заказа на проверке, это еще 1000, здесь еще 800 рублей, и тот заказ еще 1200. В итоге у меня получится сумма 3200 рублей, чуть больше суток я заработал на данной бирже Quark. Если мы посмотрим в аналитику продаж, мы увидим, что те деньги, которые были зачислены сегодня, вот они еще в статистике не отображаются. Но мы видим, что я за 21 заказ заработал 14 320 рублей. Если мы возьмем среднюю стоимость, сейчас посчитаем, сколько я зарабатываю с одного кворка в среднем. Именно с одного заказа. Я зарабатываю 681 рубль. Ко средним с одного заказа. Мы видим, что у меня по статистике здесь ответственность 100%, что является лучше, чем у 100% продавцов в данной системе. Это очень хороший результат. У меня сейчас 16 активных кворков, 30 из них тут получается вот 30 кворков занесено в избранное, я 30 раз мои кворки. А вот конверсия продаж за год у меня низкая, 2%, но мы будем ее стараться повысить. Также смотрите, здесь данный показатель сейчас дурит голову, потому что здесь реальный просмотр кворков у меня уже около 5000. Так оно и было, но после каких-то их видоизменений здесь стало неправильно отображаться. Я писал уже в поддержку, и мне сказали, что они обязательно с этим разберутся. Я хочу сказать следующее еще, что не каждый работник, работая на предприятии, на фирме, зарабатывает 3200 рублей в день. Но мы видим факт налицо, что на данной бирже Quark можно столько заработать. Вот причем в предыдущем видео я уже говорил, почему здесь так происходит, что очень сильно люди потом обращаются к вам после того, как вы сделали какой-то заказ. Более того, если мы посмотрим на мой профиль, мы увидим, что у меня здесь сдано 24 заказа, мне написано 19 отзывов, плюс 95% заказов сдано хорошо, и также 100% заказов сдано вовремя. И мы видим, что у меня процент повторных продаж 14%. Чем выше процент повторных продаж, тем выше ваши кворки поднимаются в поиске и также занимают топ. Итак, смотрите, у меня вот один вот отзыв отрицательный, я этого скрывать не буду, но 18 отзывов у меня положительных, что очень хорошо влияет на динамику выдачи моих кворков в поиске. Итак, друзья, если вам понравилось данное видео, ставьте палец вверх и вот также делитесь этим видео с друзьями, пусть они тоже работают на кворке, зарабатывают приличные деньги. Ссылка на регистрацию ее на данном сервисе будет под этим видео. И я также оставлю ссылочки на свои другие видео, касающиеся биржи фриланса Quark. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите комментарии под этим видео. Я отвечаю на каждый комментарий, который вы оставляете.
С вами был я, Евгений Воронюк. До новых встреч. Пока-пока.